Всем привет, с вами интернет-ресурс megaobzor.com, и как обещали, мы запускаем новый конкурс. Сейчас у нас на кону новый телефон Yumi ROM. Этот телефон выполнен в тонком корпусе 7,9 мм, 8-ядерный процессор, 3 гигабайта оперативки, 16 гигабайт для хранения данных, 5,5-дюймовый HD AMOLED-экран, аккумулятор на 2500 мАч и 13-мегапиксельная камера Sony. На борту Android 5.1. Что нужно для участия в этом конкурсе? Нужно быть подписчиком нашего канала на YouTube, быть членом нашей группы ВКонтакте. Эти данные мы проверим после выборки уже победителя, поэтому обязательно их выполните, эти условия. И надо зайти по ссылке подробнее в описании к этому видео. Это страница конкурса у нас на сайте megaobzor.com. Там в зоне комментариев отписываем свое мнение, что вам понравилось в этом телефоне, что бы вы хотели изменить, ну и вообще, почему телефон должен остаться вам, например. Перед тем, как написать комментарий, ставим порядковый номер. Если перед вами, например, поставил участник цифру 5, вы ставите цифру 6. Цифра будет участвовать в выборке, это будет случайная выборка. Выборка пройдет в прямом эфире, вы сами можете наблюдать за этим процессом. Никаких подтасовок, все максимально честно. Определение победителей пройдет 30 ноября. Всем спасибо, ребят, и пока-пока!